Всем огромный привет! Сегодня готовлю очень простой шоколадно-кофейный манник. Приступаем! Итак, так как манник у нас будет кофейный, то я сразу же заранее заварила кофе. Это у меня натуральный. Просто заливаю его кипятком и жду, когда он заварится. Затем я его процедила, и вот у меня здесь ровно 250 мл кофе. Можно брать, конечно же, и растворимый кофе, но просто я люблю такой, поэтому у меня такой. Здесь у меня манка, высыпаю ее сюда. Сразу же добавляю щепотку соли и сахар. Выливаю кофе. Хорошенько размешиваю. И оставляю минут на 20, чтобы манка разбухла. Итак, у меня прошло 20 минут, и я продолжаю готовить манник. Добавляю сюда растительное масло, просеиваю муку, разрыхлитель и какао. И также добавляю совсем немного соды. Когда вы добавляете большое количество какао, то соду необходимо добавить, чтобы тесто хорошо пропеклось и не было клеклым. Теперь хорошенько вымешиваю, и масса будет готова. Можно сюда также добавить немного рома или коньяка, буквально столовую ложку. Будет интересное сочетание и придаст интересный аромат. Но у меня не оказалось алкоголя, поэтому обойдемся без него. Выпекать я буду в мультиварке. Я ее смазала сливочным маслом. Но, как вы понимаете, рецепт этот подходит и для поста. Если вы как раз соблюдаете пост, то смазывайте ее растительным маслом. Выкладываю сюда массу. И отправляю в мультиварку, режим выпечка на 1 час. Если вы хотите выпекать в духовке, то при 180 градусах примерно минут 40-45. В зависимости от диаметра вашей формы. Итак, выпекаем. Манник готов. Даю ему полностью остыть и только затем буду нарезать. Рецепт настолько простой и бюджетный, что можно готовить хоть каждый день. Манка придает очень интересную структуру и при этом совершенно не чувствуется в выпечке. Попробуйте приготовить и вы, и приятного всем аппетита!